По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, специалисты управления по транспорту и связи совместно с сотрудниками МБУ Центра развития возобновили работы по благоустройству и оснащению остановочных пунктов на территории города. Теперь на остановках размещена информация с названием улицы, социальная реклама, расписание, интервал, а также карта-схема движения всех городских и пригородных маршрутов. Теперь горожане и гости курорта при ожидании на остановке общественного транспорта могут узнать, как долго им ждать автобус или маршрутку. Первыми решили оборудовать самые оживленные остановки в разных районах Анапы. Всего предполагается установить 90 информационных плакатов на всех остановочных комплексах города. По окончанию курортного сезона, в преддверии осенне-зимнего периода, решили обновить. Как вы считаете, жителям нужна такая информация? Ну, во-первых, это регламентировано постановлением правительства о правилах пассажирских перевозок. Ну и в том числе это улучшить информирование населения о пассажирском обслуживании. До 1 сентября планируется завершение всех работ по информационному оснащению остановочных павильонов на территории города. Дальше работа будет продолжена и в сельских населенных округах.